Надо, дайте нам поговорить. Пусть они слушают. Они уже слышали все. Дайте нам. Ничего не слышали. Вы пожалуйста. Послушайте вот этих людей, что они говорят. Вы сядьте, пожалуйста. Немцы не позволяли, чтобы насиливать 8-летних девочек. Я вам передам вот этот список. Здесь что? То же самое, о чем говорите вы, только с другой стороны. Не надо мне этот список, мне надо действовать. Я вам говорю, то же самое, только с другой стороны. Отец Святой. Другой там стражи, а ваша мизлешина. Отец Святой, я вам еще раз говорю, тот же самый список. Я митрополит Абхазии, я духовный отец для всех. Понимаете? Все они мои дети. Я не позволю мне допустить. По свободе совести, вероисповедания, милосердию, благотворительности Верховного Совета России. Да что для нас? Я вам передаю список, которые люди, которые говорят то же самое, что сейчас говорите нам вы. Какие? То же самое. Это вот абхазцы и приводят те же факты, о которых абхазцы? Говорите вы. Абхазцы говорят? Да, абхазцы. Что тут нужно чеченцам? Это другой что вопрос. Что им нужно адигейцам? Это другой вопрос. Кабардинцам, осетинам? Кто их пригласил сесть? Это другой вопрос. Какой там другой? Самый сейчас... главный вопрос. Вы говорите. Это сговор против Грузии. Не против Абхазии, это против Грузии сговор. Вы мне говорите о лицах, о людях, которые вам рассказывают... Все люди будут отвечать. А я вам даю список. Все будут отвечать. Все люди будут отвечать. Но с другой стороны, как рассудить здесь? Вот вы, святой отец, как рассудить? Я вам скажу. Надо этого Арцинба, этот Россия должен вмешаться, не так. Его надо привлечь к ответственности в всемирном масштабе. И всех абхазцев тех, которые затеяли этот. Грузины никого, ни на кого никогда не нападали. Никогда ни на кого не нападали. Сколько веков... Мы живем с русскими, что говорить. Кто сидел в вертолетах, которые прилетали над пляжем? В каком вертолете? Ну, в вертолете, в военном вертолете, который прилетал над пляжами, и в результате были убиты люди. Кто там сидел? Кто сидел? Вот я спрашиваю. Вы знаете, кто сидел? Да, я знаю, доказано. Подождите, а кто сидел, по-вашему? Тут не надо ее доказывать. Кто сидел? Сидели грузинские летчики. Вот, пожалуйста. Я тут понимаю, по какой миссии вы приехали. Мне сейчас ясно. Вам, вы знаете, что ищете? В чем обвинить Грузию?